Какую книжку тебе принесла фея? Это первый Алисон глянец. Я читаю свой глянец, а Алиса читает свой. Такой. Ну спи давай. Спи, спи. Это журнал, который Алиса читает. Не на правах рекламы, просто совет. Выпускает Украина, Киев. Давай посмотрим, что в этом номере. Вот моя. Вот тут сказка есть, да, Лиска? Наклейки. И наклейки есть, да. Смотри, Лиса, а это что? Вот сюда наклейки будем клеить. Да, вот сюда. Вот сюда. Здесь у нас что? Математика. Цифры. Лиса любит цифры? Да, о, это рисовать. Про мышонка, лабиринты. Ух ты, смотри, это театр, Лиса. Ты хочешь кукольный театр? Да. Пойдем с тобой обязательно. Смотри. Сейчас мы дойдем, сейчас до реквей. Да? Вот это что за кулисами театра? Каждый номер тематический. Да, Лиска, в прошлом баб... О, смотри, цвета. В номере еще есть карточки такие. Вот, картонные. С игрой. Лиса все их деревянит. Лиска, не ради меня, будем играть. В прошлом номере, например, были карточки про профессию. Это нужно воссоединить профессию и инструменты. Лиса очень хорошо получалось, мы соединяли. Например, там была швея и швейная машинка. В этом... Это английский, это цвета, Лиска. А вот смотри, наклейки. А нет, это не наклейки. Это для пальчикового театра, Лиска, смотри. Мы будем с тобой театр делать на пальчиках. Вот наклейки, Лисы. В каждом номере наклейки. Мы сразу отрываем, будем клеить. Дальше английские цвета надо будет соединять. Уши. Сейчас будем клеить. Делаю уши. Гимнастика. Гимнастика. Мышка. Алиска, ты знаешь, кто это? Это Ангелина-балерина. Да. Надо было включить мультик. Мышка-балерина. Алиса, кстати, только проснулась. Такая милая. Лиска. Это что в антракте происходит в театре? Уроки доброты. Да. Правила поведения в театре. О, Алиска, театр теней, смотри. Я умею делать собаку, ты умеешь делать птицу. А смотри, сколько можно всего руками делать. Клевый номер. У нас тут есть лампа. Будем проектировать на стенку и делать сегодня театр теней, Лиска. И в конце здесь что у нас? Раскрась Ангелину и декорации для сказки Репка. Вот такой журнал. А куда? На какую страничку? 24. Давай. Кто хочет, деткам, вот Алисе сейчас 3 года, он очень в тему. Сейчас в тему. Сейчас, Лиска, открываю страничку. 24. Куда? Что это? Покажи мне. Это бутерброды. Вот сюда надо наклеить бутерброды. Да. Давай, что еще? Давай вместе. Вот уже клеим эту страничку, давай вот эту. Алиса первым делом наклейки всегда клеит, а потом уже разбираемся мы с заданиями. Выходит раз в месяц. И как бы стоит не дороже моего глянца, и Алисе очень нравится. Ну, мне понравилось, что в этом номере, конечно, есть пальчиковый театр. Вообще круто. Привет. Забыла поздороваться. Лисочка, не два вот эти отклеивать на этой страничке? Да. Мы с утра еще не умытые, но наклеим наклейки, а потом будем рассматривать. О, молодец. Я наклеила. Хорошо, клей сюда, например. Да. Давай, клей сама. Тут. Клей, клей, клей сама. Сюда. Так что, кто хочет деткам... Сюда. Давай, клей. И себе интересно. Последнюю клей вот эту. И себе интересно немножечко разнообразить занятия. Так что будем мы клеить наши наклейки. Молодец. И развлекаться с нашей книжкой. Это развлечение на целый день. Да, рядышком можешь наклеить. Лиска, ты такая сладенькая утречком.
Привет. Чем играют ваши детки? Моя детка, привет. Животными машинками? Да. Моя детка любит машинки. Вот у нее коллекция такая. Такие, такие. Причем машинки соседствуют с пони. Вот она. Возит, да. Да, Алиса просит Hot Wheels и Барби. Теперь на праздники. Вот так. Это, кстати, наши киндеры. Самые такие адекватные. Вот так. Это занятие может стать длиться очень долго. На диски складывает. Вот такие у нас. Конячки. Великолепные игры, пока на улице действительно шланг. На улице такая мерзкая погода. Да какая нам разница, значит, машинки и киндеры. Привет, ли треугольник? У нас спокойный вечер семейный. С Алисой вдвоем, ну, втроем с Ксюшей. Вот мы вот такой себе. Да, папа за дверью, мы устроили себе такое пиршество. Там мой сериал. Да, сериал, который я сейчас смотрю. Вот это Алиса на сласти, чай. Конструктор, мы уже сделали свои ногтики, вот у нас и Алисы одинаковые. Я немножко уже к вечеру подуставшая. О, а что ты сложила? Ромбик. Ромбик. И мы учим с Алисой фигуры и цвета. А теперь что ты складываешь? Отличный, кстати, конструктор. Не знаю, такие вот тут детальки. Башню. Башню Алиса строит. Их можно соединять как друг с другом, любые формы, так и... Так и вот так. Да, вот так, молодец, зайчик. Так и вот таким вот образом. Квадрат. Квадрат, да. Вот таким вот образом вверх. И строить башни, самолеты, любые объемные плоские фигуры. Такой у нас пятничный очки. Да. Такой у нас пятничный вечер получился. Пока младшенька. Младшенька, кстати, колики. Я посижу немножко с мальчиком. Галлики. Но вот 2 дня криков непрерывных. И сейчас она впервые за сегодня вообще заснула без плача часового, что нас очень обрадовало. Лиса, это кто? Треугольник. Треугольник. Вот в 3 года моя малышка знает все формы. Я очень этому рада. Вот, спасибо, что вот смотрели нас. Там запишем еще. До новых встреч, Лиска. Да, Лиска? Итак, муа. Не, как ты делаешь красиво? Как ты прощаешься с мамочкой? Пока. Муа.